Всем привет! Пришла посылочка. Давайте вскроем, посмотрим, что там внутри находится. В коробочке еще одна коробочка. Все, больше ничего нету. И здесь у нас IP-камера уличная, значит, с Wi-Fi, HD-видео, с приложения, тут ночное видение и от воды. Такая вот коробочка. Тут какой-то ее устанавливать. 1, 2, 3. Вот такая вот коробочка. Здесь, значит, инструкция с картинками. Все наглядно, в принципе, показано. Язык английский. Что-то даже. Так, значит, тут у нас шнур. Питание Ethernet. Так, видим этот QR-код, пароль, заклеена лентой, типа скотч. Такая вот камерка небольшая, значит, сюда антенка, видать, вставляется. Вот антенка. Потом мы вставим. Аккуратненько. Так вот, в общем. Значит, здесь у нас флешка вставляется. Карта памяти. И подставочка. Крепление. Тут шарик. Железный, все. И просто сюда вкручиваем. Просто вкручивается. Значит, тут все зажимается. Так вот, хорошо зажать плоскогубцами. И будет она держаться. Так, еще у нас тут дополнительно блок питания. Я заказывал блок питания, шнур. Тут я не знаю, сколько метров. Давайте посмотрим. 1-2 метра, наверное. 1,5-2 метра. Так. В общем, где-то 1,20 метра был питания. Не вижу там, сколько он. Значит, у нас тут кабель изернетовский. И крепление. Все, больше ничего нету. Ну, все, сейчас в следующем видео я уже подключу ее, буду тестировать. Сделаем обзор. Разберусь, как настроить ее до следующего видео. Ссылочка на данную камеру будет в описании под видео. Также ссылочка на следующее видео будет тоже под видео.